И снова всем привет, ребят. Испытание очередного чуда из Китая. Я так думаю, что все в курсе, что это за телефон, и останавливаться здесь не имеет смысла. 6-дюймовый экранчик толковый, оказалось, и камера, и начинка, и аккумулятор. Чтобы просто что остается, чтобы показать, чем что глобалка, скажем так, что отличается от китайца. Стартуем. Пока что включается. Сначала первая игра, и я температуру измерю сразу, что вдруг интересно будет. Пока все шикарно. Покупался за 164 с копейками долларов, по-моему, я его. Да, я так думаю, что в принципе, ну, куча цена кусается, но кто хочет сэкономить, то покупайте, ну, куча в золоте, и вполне в комфортнее будет в перспективе, ну, куча играть вам. Таким телефоном. Давайте, ребят, стартуем, что первая игра, не знаю, что куда. Принять учебник, персонаж. Купить, наверное, да? Да, окей. Играть, стартуем. Игра. Digo Borges. Конфигурацию. Да, пусть будет. Нитро, ускорение, тормоз. Ага. Ну, попытаемся. Я так думаю, что, ну, очень интересная игра будет. Если захотели, у нас есть нитро. В чем прикол? Я вам скажу, что картинка у нас шикарнейшая, ребят, идет. Вот только что из нитро, вот как оно включается, вот я принципа здесь, ну, вот я не понимаю. Ой-ой-ой-ой. Пока не вписываемся. Ай! Опа! Нифига себе, видите? Как я комфортно все-таки вписался в поворот. Копы еду. Такси. Что, в чем плюс? Вот я вам скажу, что здесь, знаете, чуть-чуть автомобильчики поинтереснее, но только вот толку, ну, с нитро, вот я так и не понял. Ну, что включается и как и для чего. В чем плюс, что здесь, казалось, из музыка супер идет, и для игры вот интересно играть, но скучно. Чуть-чуть скучно, знаете, вот все, скажем так, оказалось слишком легко, я так думаю. Но сейчас еще в перспективе, я так думаю, что стукнусь в кого-то. Парам-па-пам-па-пам-па-пам. Не спеша себе, видите, по чуть едем. Едем, я думаю, с такими темпами скоро и финиш будет. Опа. Ай! Ага. А куча крови где и все остальное? Тю, что неинтересно. Не, ребята, что, скажу честно, ну что хреновая игра. И не скачивайте, кому интересно. Вот есть, включился автофокус, я надеюсь. Естественно же, включаем еще одну игрушку. Что вдруг чуть-чуть интереснее будет. Подсветка включена специально, считаю, что по максимуму. Чтобы вы уже все увидели. С аккумулятором ситуация, что кто его знает сколько. Вот смотрите, столько есть. Да-да. Что, ребят, что в чем, скажем так, чуть-чуть схалтурил, и, ну, куча и проценты, вот я в телефоне отказался включать. Скажу честно. Что, ступа лень. Так, что включилась игра у нас, и я смотрю, что чуть-чуть все-таки, знаете, вот, ну, что первое впечатление, что тормозит. Хья... Так, что дальше? Мочи, дорубай его всех подряд. Знаете, в чем плюс? Ну, что куча, оказалось, здесь куча крови. И так, знаете, ну, куча динамически все смотрится и симпатично. И чувствуется, что специально попытались и старались люди. О, блин. С таким чуваком, я думаю, мне будет торба. Нечистая сила, ты мне сейчас, наверное, дашь в ухо. Да рубай их всех подряд, блин. Ага, ага, я уже понял, что принцип игры. Мочи его. Что, все? Че? Скажу честно, я думал, будет поинтереснее. Победа. Ну и попытаемся еще раз. Ну, что,
Скажу честно, ну, впечатление, что игра интересная, красивая графика и куча крови. Вот я вам скажу, что мне вот такое чуть-чуть интереснее стало. Кинжал, оружие, использовать, хрестика, играть. Ну, что попытаемся, что, куда и как. Мы едем, едем, едем. Пропуск. Ура! Я! Ух, нифига себе, ребят, ну вы это видели? Вообще круть, честно. Ну-ка, еще первое впечатление, вот мне нравится, что... Ну, вот единственное, что с управлением немножко неудобно. Я! Да ты что? Я вам скажу, ну что жесть, честно, вот для, ну, с телефона игрушки здесь крови слишком много. Я! Офигеть! Честно, вот я говорю, ну, игра вот именно в плане, ну, динамики, ну, сделано все и красиво, и круто. И первое впечатление, что игрушка, ну, интересная, скажем так. Я не знаю, я так понял, что это, ну, включилось только у нас, ну, обучение, но все равно, скажу честно, интересно. В чем плюс, то вот есть, ну, динамика, чуть-чуть, вот я в таких играх, я люблю, чтобы было поинтереснее. Синтез. Скрестили, и кинжал стал у нас чуть круче. Идем домой и давайте испытаем кинжал. Что, куда и как. Мы едем, едем, едем. Далекие края. Пообщались, и у нас ждет один чувак с щитом. Ого! Добивай сразу, пока не поздно. Дай ему на! Офигеть, конечно. Красава. Идем дальше. А там их много. Дай на ему бросить. Ага. Понял, что с булавой у нас здесь некомфортно будет, ребята. Я смотрю, что не сильно все так красиво, как... Как изначально бы хотелось. Стреляем, если захотели, их рубаем. Ну, в принципе, все. На! Вот это лепил бодро. Давай, стреляй его луком сразу. Хя! На-на-на-на-на! Опа! Добивай его сразу. Красава. Ну, еще один остался. Я думаю, за компанию ему влепить можно бодренько. Не, шикарная игра. Что, ребят, знаете... Так, одну секунду, специально я скажу, что, куда и как. Что пишется, кому интересно, вот эта игра идет. Есть, стартуем. И еще одну игрушку. Специально взял чуть-чуть, ну, все изменил, чтобы не похоже на стандарт было. Пока включается, и думаю, температурку измерим сразу. 30 градусов. Шикарнейший показатель, в принципе, супер. Для телефона с толковой начинкой, в принципе, что корпус из металла, все включается и срабатывает на ура. Ждем, что включилось. Так, ой, блин, все долго будет обучение, но уже извиняйте. Стыкаемся и с таким тоже иногда. Тарам-па-пам-па-пам, парам-па-пам-па-пам-пам-пам-пам. Вперед. А как можно упустить его? Калибровать, возобновить, не продолжить. Влево захотели, раз, вправо. Окей. И падаем вниз. Опа. Окей. Кое-что сложнее. Ускорение включили, турбину. Супер скорость. Окей, и ждем, пока закончится. Сейчас по памяти будем чуть-чуть летать. И снова супер-пупер турбо. Опа.
Бобик сдох называется. Конечно, бета. А стрелять? Ура! Коси! Ты попасть по нему не можешь, блин. Слепая черепаха. Ура! Все-таки, скажем так, получилось, что я терпимо и стреляю, и все вполне гуд. Ребята, идем дальше. Так, еще включается и грузится игра. Звук, я не знаю, тише сделаю, может, чуть-чуть, чтобы спокойнее было, что, знаете, вот реально будет какие-то приколы, как всегда, с Ютубом, что, знаете, ну, куча казалось, что вот если люди играют в игру, то, значит, это стрёмно и кому-то казалось, что мешает. Да-да, стыкаемся и с такими делами в жизни, к несчастью. Окей. И включается игра. Ребят, я думаю, будет чуть-чуть, ну, еще интересно, что, в принципе, игрушка и динамическая, и веселая, и всем, скажем так, терпимо. Окей. Как вас зовут? Пусть будет так. Готово. Будем в Британии играть. Окей. Все. Стартуем. Ну, что ж ты так включаешься долго и нудно? Мне, я, скажем так, то есть только стрелять хочу, и все. О, включилось. Окей, быстрая игра, бой. Шикарнейшая, по-моему. Считаю, что, знаете, что в танках идет, тоже включается сирены в таких ситуациях, если идет захват базы. Ну и попытаемся все-таки чуть сейчас постреляться, что вдруг что-нибудь да получится у нас в конечном итоге. Или нет, или да, или нет, или да, или нет, или да. Ура! Так, ага, я из Украины, из Канады, из Америки пацаны есть. Ну, попытаемся. Я думаю, интереснее будет попытаться им ставить пистона сразу. Где же автоматический прицел у нас? Прикол. Ай-яй-яй-яй! Он не попадешь. Красава! Ленчик, ты умничка! Мочи! Эй, куда? Куда? Ай-ай-ай-ай! Мне кто-то вставляет по полной. Недостаточно энергии, что, ребята, мне, по-моему, будет сейчас хендихох. А, красава. Еще одна. Минус один. Давайте. Привет. Красава. Ай да умничка. Опа. Встречаем. У нас пополнение. Давайте попытаемся. Ой, кто-то в спину мне стреляет. Да ж поворачиваю, блин. Недостаточно энергии. Ага, кто-то нам все-таки сейчас что влепит. Я убежал немножко, но смотрю, еще чуть-чуть, и мне будет полный... Ай. Помоги мне. Помоги мне. Сердце гибнет. А, не попал. Вверх. Сюда. Привет. И патроны всегда закончились в самый ненужный момент. Знаете, вот я должен был их убивать, а по факту я только получаю людей. Давай стреляй, блин. Мэйдэй, мэйдэй. Помоги мне. Ура, красава. Еще минус один. Привет. Так. Пулеметы, вы где же мои?
Где? Есть! Умничка! Еще минус один. Так, кто-то мне стреляет по мне, наверное. Куда же я? У меня закончились все приколы, что есть. И патроны кончились, как всегда. Какой быстрый. Минус один еще. Опа, уклонение, красава. Ого. Догони сначала, говнюк. Ага, такое. И что осталось? Ура, победа! Мы выиграли, я так думаю, да? Или нет? Но смотрите, в чем прикол, что я оказалось, в принципе, толково сыграл. Отключаемся и идем дальше. Что же у нас игра? Еще за компанию скачал Call of Sniper называется игра, если не ошибаюсь. Включаем, скажем так. Ну, куча в картинки интересные были. Я думаю, что и в перспективе, и игрушка интересная будет позже. Не хочу я. Так, смотрите, сюда включаю, показываю, что куда и как. Компания, я думаю, соло. Следующий, начало. Ну, ребят, испытаем. Да, и втюхали рекламу в игру. Что дебильные, знаете, это, если честно, уже вообще, если придумать, и не получится. Есть газ. Так, ну ждем игру. Включ или нет? Парам-пам-пам. Так, у нас есть, вы вошли в зону врагов. Так, если захотели, включайте, у нас есть или пистолет, или кинжал, или винтовка. Смотрю. Так, кидаем, если захотели, что прицел включается у нас режим. И бегать, в принципе, можете. Давайте попытаемся. Ну, скажу честно, картинка в полный отстой. Где? Что я делаю? Ай, блин. Да. Скажем так, чуть-чуть я что-то здесь не понял. Давай, попытаемся еще раз. Не, ребят, извините, но снова очередную рекламу. В таком случае я включать и не хочу, и не рекомендую такую игру. Стартуем еще одну игрушку. Я так думаю, здесь будет чуть интереснее, чтобы, скажем так, шикарнейшая оказалась здесь графика. Идет. Давайте глянем, пока включается. Думаю, чуть температурку сразу измерим. 31, супер вообще, ну, в плане температуры, естественно, шикарнейшее все. Оптимизация системы здесь сделана на высоте, что действительно все круто. Давайте, ребят. Привет! Привет. Такая, знаете, по музыке все круто, если захотели, все влево-вправо. Картинка шикарнейшая идет, что действительно все круто. Что влево-вправо включаете, звук сюда. Я сделаю чуть тише, ну, чтобы вдруг YouTube, чтобы не примахались ко мне. Ну и что дальше? Это включаем турбо. Красава. Ну, скажем так, игра, в принципе, вообще интересная, но чтобы сказать, что все круто, я не могу. Но симпатичная картинка, вот все, что я могу сказать. Ну, вообще, и плавность игры здесь изумительная, просто идет, все сделано шикарно, круто вообще. Опа, влево-вправо, влево-вправо. Я специально по чуть-чуть. Ай! Да, что в чем прикол, что все-таки, видите, я вот лоханулся. И в лепешку. Ой, блин.
Так, ребят, ну я думаю, все, что увидели эту игрушку, и хватит. Естественно же, включаем еще одну игру. Pixonic, что пишется, что же вживую покажется нам. Пара-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Если же в чем плюс, что включилось, ну и телефон долго и не думал, естественно же, что попытаемся сейчас чуть-чуть поиграть, что вдруг получится, включаем бой сразу, чтобы не думать и не ждать, что графика в принципе здесь интересная, но вот если честно, вот мне нравится, ну вообще вот здесь вот мне вот не нравится, потому что динамика, вот именно как эти роботы двигаются, если бы сделали чуть, ну сейчас движение поинтереснее, то было бы вообще круто, что игра, ну в принципе интересная, но вот именно с такими движениями этих роботов, я вам скажу, что издевательство, знаете, ты-дых, ты-дых, ты-дых. Я толстая тетка, что бегает, удерживает правый джойстик. Да понял я. О, другое дело. Смоляй! Пока идем в атаку. И черепашка по чуть-чуть ползет, ребят. Я надеюсь, вы видите. Есть. Минус один. Привет! Куда ж ты убежал? Ой, блин! Кто-то меня, что влепили все-таки, видите? Вот засранцы. Ай, да нехорошие люди. Ну, а толку, что я здесь? А я так понял, что, знаете, я захватил, наверное, их территорию или базу, получается. Ой-ой-ой, мочи! Давай спину ему сейчас догонку сразу лупить надо. Я попал хотя бы или нет? Куда же ты убежал? Привет! И самое что обидно, я специально вот столько, чтобы перся, чтобы споймать этого говнюка. Встречаем. Hello, hello, what's up? Nothing to say. I don't know. Привет! Есть! Споймали еще одну. Так, где у нас чуваки еще есть? Там в кусты улетел. У нас пополнение, ребята, идем остальных добивать. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Я вам скажу, знаете, что плохо, что у этого чувака все целенько. В отличие от меня, давайте со спины. Блин, попытаемся обойти и шмалять сразу. Привет! И патроны закончились, естественно, в самый неудобный момент. А я в кусты убежал сразу. Эй, блин, идиот. Встречаем его сразу. Нет. Есть. Ура! Все-таки за компанию еще у хайдохов одного. Попытаемся, что же у нас здесь дальше будет, ребят. Пока все чисто. Все долго и скучно. Честно, вот, ну-ка, еще не интересно. Ага, уже победа. Ура! Супер, ладно, отключаемся, думаю, все вживую эту игрушку увидели. И, конечно же, танки, где там танки, включаем. Пока температура. Что у нас есть, ребят, смотрим сюда, вживую, 34-35 градусов. Что, в принципе, шикарнейший показатель идет. Так что все в перспективе у нас
окажется гуд, скажу честно. Давайте, ребят, попробуем. Включились. Есть, чтобы все, ну, куча, не думали, что я кидаю или обманываю. Специально включил в картинках по максимуму. Естественно, я так думаю, что для такого, ну, телефона вполне терпимо будет. Ну, конечно, чуть-чуть похуже, чем должно быть. И все ждали. Но все включается и срабатывает. Стартуем. Звук пока тише сделаю. У нас пишется встречный бой, я так думаю, да? Или нет? Да, встречный бой. Химмельсдорф. Да-да. Оказалось, и такие бывают. Типа или села, или города. Валентайн, танк у нас такие патроны. Но, ребята, стартуем. Шиписта 30 с копейками, 39. Я так думаю, что FPS-ка изменилась от 37. А чего вы ждете? Вперед надо. Сразу ехать, ребята, вперед. Шиписта 146 пока, я так думаю. Да-да. Все мы иногда ошибаемся. Почти 50-ка пока, что встали в кусты и ждут. Чего вы ждете? Атаковать надо всегда. Привет. Мой свет, блин, говнюк. Ой-ой-ой. А это уже мне не нравится, что броня не пробита с первого выстрела, ребят. Это не сильно комфортно для того, что у меня. Угу. Ой-ой-ой. Скажем так, мне только что вставили в конкретного пистона. И что не сильно гуд для меня. Я думаю, так, ага, что все тут, она сейчас будет со спины обходить и стрелять. По... Ну и толку с того попадания. Дайте, я сейчас ему все-таки дам посраться. Поехали вперед. Ситуация из FPS пока вполне терпимая и предсказуемая, ребят. Все нормально, не давайте. Будем тупо лупить и убивать. Броня не пробита. Броня не пробита. Танкист хренов. Как же по тебе попасть? Да. Помоги мне. Помоги мне. Да, с таким с танком, как у меня, я так понял, что все-таки сэкономил я с патронами. Из-за этого у меня ни черта не получается, ребят. Давайте уже попытаемся добить его сразу. Ура! И спустилась чуть-чуть, что FPS, конечно, 20 у нас. Пока 36 пишется. Давайте попытаемся этого засранца со спины обойти и добивать его. Да. Ну. Ой-ой-ой-ой-ой. Там уже аппаратура покруче, чем у меня конкретно. Со спины, блин, стреляют. А-а-а, да ты шо? Да, ребята, вот все-таки тупо слился. Ну, ничего, скажем так, я же попытался стреляться, тем более, что учитывая, что я и с хреновыми, и с патронами, вполне терпимый бой был. Но в конечном итоге закончилось, что мы сдули. Ничего, же попытаемся еще раз. Штан чуть интересней, что в карта, что пишется эшелон. И ждем, пока что включилось, а звук был окей. Зима! Ага, я уже понял, что за карта. Я ее тоже, если честно, не сильно люблю. Но попытаемся все-таки танковать. Так, у нас тут А4, в принципе. Идем в бой, а что делать? Кусты прятаться всегда, не факт. А вы куда? Помоги мне.
Так, один сюда их светить будет, остальные что куда? Туда. Ну, я, наверное, лучше туда еду, а там уже по ситуации, если глянем. Пока пишется, что 54, по-моему, ситуация из ФПС-кой, в принципе, вполне good. Все противники пока там где-то. Но я так чувствую, что кто-то сейчас, как обычно, со спины будет лупить. По мне, что видите, я смотрю, что там на дистанции, где побольше, в чуток, там все пацаны засвечены. И эффективность от меня будет 0, если я смотрю, что я и хотел бы упануть, то у меня все ничего не получится даже. Идем сюда, потихонечку встречаем. Не получится встретить. Опа! И по мне влепили. Красиво и бодро. Пока отремонтировались, попытаемся все-таки чуть танковать. Думаю, что стоит все-таки попытаться, по крайней мере. Давайте, что вдруг может... А он здесь в кустах. Ну, я думаю, такой... ситуации. О, блин, там их целая куча. Твою мать. Ай, ай, ай. Убегай сразу, пока не поздно. Кустики. Да-да. Самое смешное, что сказал, но так надо. Ага. И снова, что влепили мне в ухо. Пока ситуация из ФПС-кой, в принципе, вполне терпимая и предсказуемая, ребят. Но я думаю, в такой ситуации надо что? Идти и тупо атаковать. Что вдруг что-нибудь, да, получится у нас. А там их два. Ой-ой-ой, помоги мне. Як это она не пробита? Вы что, издеваетесь или что? Еще и в кусты попал. Ура! Я за компанию хотя бы еще одного убрал. Пожалуйста, пожалуйста, дай мне его добить. Да, стыкну, скажем так, стыкаемся и с таким, что все-таки меня по полной и влево, и вправо, и туда. Я так думаю, все поняли, что я имею в виду. Ну, и попытаемся еще за компанию сделать один бой. Штанг, в принципе, уже интересный у меня. Я думаю, что будет, ну, он конечно, ну, куча ползает, но игра в конечном итоге идет, ну, куча интересная. И в перспективе все классно будет. Если же включилось, что в принципе толковая оказалась и карта у нас. Давайте, бой, что делать? Где все? Здесь, там, что пишется, FPS-ка, считай, что 50, ребят. Надеюсь, вы видите, я так думаю, по крайней мере. Ждем игроков, чтобы таймер включился. Так, тут 3. Ну, я не знаю, компания, в принципе, не сильно интересная, но... думаю, стоит попытаться все-таки. Что плохо, потому что скорость, что танка вообще, черепаха идет. И я засветился сразу. Засвет попал, ну ничего. Я думаю, сейчас его тут можно поймать. Засранец, так тебе и надо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Кто ж меня так жестоко наказывает? Ладно, идем в такой ситуации вперед, ребят. Я думаю, лучше идти с старта такой ситуации в атаку и попытаться дать ему люлей. Да что ж вы все бессмертные, блин? Как же стрелять по тебе?
Еще бы чуть-чуть, я бы добил бы. Но, что видите, статистика печальная. И показывает, что все-таки в общем, в танке мне не суждено, чтобы толково играть. Давайте, ребят, попробуем еще, естественно же, с любимым с танком, что у меня есть. Самое хуже, ну что, знаете, и с режимом превосходства это самое хуже. Что, в принципе, толковая карта, а все сюда идут, да? Но если все туда, значит мы туда. Или как лучше. Давайте же попытаемся все-таки вдруг полностью танковать. Так, в контору, я думаю, спалили уже. Сейчас будут нас всех пацаны бомбить. В такой ситуации, что надо делать? Тупо идти в атаку где-нибудь и куда-нибудь. Я так думаю, будет чуть-чуть поинтереснее. Тем более, у нас там остался какой-то ЛТБ, пишется, да? Называется, я не знаю, что это за танк. Но, думаю, стоит попытаться ему чуть-чуть влепить, что вдруг все-таки получится. Да. Так куда ж ты? И ждем. Ну, в чем плюс, что в компании толковая, и мы все-таки вообще влупили им по полной. Я смотрю. Там кто-то в домике спрятался у нас. Какой-то пост. Давайте попытаемся засветить его. Вдруг получится. Там у нас есть компания поинтереснее, то я думаю, будет и игра идти чуть-чуть веселее. Ого, что у него 1100 защиты. Я вам скажу, с таким еще попробуем удать. А толку с моей стрельбы, ну, я попытаюсь обойти сбоку его и где-то лупануть ему в бочину сразу. Ура, ребята, победа! Мы молодцы, и все-таки, скажем так, и получилось, и смогли все. Ну, ребята, измеряем температуру телефона пока, что пишется 33-34 градуса, шикарнейше. Отключаемся в такой ситуации. И что же у нас из памяти идет? Уж попытаемся включить, остались ли в памяти игрушки. Естественно же нет. И конечно же попробуем еще одну игру. Нет, чтобы все полностью их выкинуть. Вот и все, ребят. Всем спасибо. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока.